Не секрет, что деньги правят нашим миром, а за фасадом скорби скрывается жажда наживы. И если вам повезло, вы счастливы и живы, возможно, даже и богаты, и красивы, то вы сочувствуете менее счастливым, которым меньше повезло. Как мило! Пусть все подумают, вот человек достойный, и выставляя добродетель на показ, рассчитывая, что похвалит вас. А разве добрым быть не норма? В обычной жизни каждый день и час, когда, казалось бы, никто не видит вас. Нам, грешным, осуждать других не стоит, лишь лицемерие мне не дает покоя. Зачем нам ждать, когда случится горе, чтобы творить добро? Когда сочувствуем беде других, казалось бы, что тут такого? Это нормально, если ты не псих. Но радоваться за других сложнее. Нам зависть, злоба омрачают жизнь, чужое счастье не дает покоя. И в мире, где нельзя предугадать, что дальше будет с нами, с каждым, давайте будем людям помогать, не дожидаясь, пока случится страшное.